Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и досмотрим на значки. У нас по-прежнему здесь никто не появился. Интересно, будет ли здесь Индрикацер или будет что-то другое? Наверное, что-то другое. Продолжаем ждать, ребятки, да? Но интересно, шкале-то двигаться нечего. Какая будет награда за вот эту вот штукенцию? В общем-то, скоро мы узнаем. Так, что у нас тут по новостям? Остается один день, ну точнее, это уже произойдет сегодня, когда вы смотрите видео в пятницу. Да, вроде в пятницу. У нас вот будет такое вот существо появится, этот наш Индрикацер, да, истинный первый гибрид кайнозойской эры, но нынче он стал вторым. Так, ну а мы давайте будем идти и сражаться. У нас есть парочку, так сказать, дел. Закончим турнир чудовища глубины. Сейчас, наверное, победим одну вот эту троицу. Потом пойдем на арену ПВПшимся разочек, да, для разнообразия. Итак, давайте попробуем. Как амфибии, да? Помните, мне тут, блин, три амфибии, да? Три амфибики затащат это все дело. Так. Ну что ж, ну первую, наверное, вот так вот пойдем. Попробуем распетлять амфибиями. Интересно, когда-то удастся повторить подвиг остапозавра. Одним пробить три пахигалозавра. Так, агрессивный у нас тут противник. Давайте будем немножко защищаться. Мастодонзавр у нас, конечно, на мясо пускается, но тем не менее. Смотрите, какой подлец. Ну, 4. Понятное дело, что он что-то поставил там в защиту. Ах, целых 3. Но главное, у нас уже полный бак бензина, в смысле очков. Давайте 5 4. Ничего себе, вот это он в глухой защите это сидит. Как ну, давайте, мне просто любопытно, смотрите, сидит в защите. Да, не хочет. Опять же, наверное, в защиту поставил. Вы посмотрите на него. Ну, давайте посидим там немножко. Перетягивание каната. Я переношу баллы, а он ставит их в защиту. Давайте ускорим этот процесс. Во. Вот, он таки сдался. Так, ну, время кушать остапозавру. Раз, два, три, четыре, блин. 4 пришлось бить. Так, ну что, атакует? Блин, на 4, вот так взяли, мы слили. Я все-таки думал, что он не захочет пробивать сквозь 4. То сидел как трус в защите, а тут решил вдруг проатаковать. Ну ладно. Так, этого пробили. Кстати, на самом деле у нас тут дела-то не шикарно. Я вот как бы сейчас вот и не знаю прям, что делать. Нужно ждать его атаки. А, ну, в принципе, вот так вот все, да? Ну-ка, сколько баллов нужно? 4 не хватает, да? 4 не хватает, 16. Нужно 5 баллов, чтобы его пробить. Ну вот. Блин, как у меня получилось одним остапозавром пробить троих этих ребят. Тут как бы и тремя было не все шибко легко. Так, ну ничего, затащили. Давайте мы добьем сейчас вот этот турнир. Так, ух ты, ё, кто у нас тут? Я прям даже не ожидал
такого поворота. Хотел взять дунклезавра. А тут нам придется брать пещерных. Свирепость. Нет, нам по силе атаки. Кто у нас тут пойдет? Геликус, Бананагниус и Артакантус. Ну, посидим. Тут Геликус, в принципе, неплохо может затащить. Подменяться противнику не на кого. Это нам вообще не страшно. Давайте еще еще посидим. Он нас не пробьет. Нам всего лишь один балл. Один балл он себе приберег, этот ромалиозаврик. Он такой же по размерам, как и лептостега наш. Ну, сейчас мы его быстренько разберем на гайки. Давай, тюлечка, атакуй. Так, неужто ли тюлечка еще сможет пробить кого-то? Да, пробивает. Так, ну что, Генодус? О, ну Генодус атакует, это точно. На 4 из 7. Страшное и ужасное. Есть такие вот на самом деле живут рыбы. Тигровая рыба, по-моему, в Амазонке живет. У нее такие гигантские зубы, блин, прям как у этого Геликуса. А вы знали, что тигровые акулы, у них основная пища — это черепахи? Готовенько, давайте получаем нашу награду. И это саркастодон. Так, ну а теперь давайте мы сходим на PvP-шную арену. Сразимся здесь. Сейчас выберем. Ну так, кого бы нам бы хотелось увидеть. Так... Монастигатопс, например. Пусть будет мамонт как подстраховка. И барионикс. Давайте пойдем такой вот троицей. Тысяча шестьсот. Вот такие вот показатели, в принципе. Так же, как и у нас. Так, и это больно. Надо подменяться нам сразу же. Так, ну, ситуация, как видите, явно не в нашу пользу. Противник нас, ух ты, ну красиво смотрится. Раджастега против Барионикса. Два удара. Ну, конечно, конечно. Ну, он нам здесь самый ненужный просто получился вот так вот, к сожалению. Но прекрасная пара. Сейчас мамонт будет раздавать. Ну, на все три вообще отлично мы выманили. И он не подменился. Не знаю, почему он не захотел подменяться. Вот ему лучше бы было потерять сейчас одну амфибию, а хищника оставить. Потому что у нас как бы все отлично. Смотрите, и прикольно это, да? Кайнозойски. В принципе, надо брать, знаете, такие битвы кайнозойских. Их можно... потому что в основном попадаются противники динозавры, ну там, и вот прикольно смотреть на них.
Отлично. Магическая цифра 2. И остапозавр. На 5 из 6. Вообще отлично. Какой прикольный остапозавр. 30 левела, да? Не максимальный, без шипов. Так, ну у нас тоже есть 30-й Манастигатопс, который существенно будет покруче и покрупнее. И крутим нашу волшебную рулеточку. И как обычно нам попадается бифштекс. Что-то рулетка в последнее время какая-то непутевая. А на этом все. До скорых встреч.